прекрасный солнечный день. Мирное небо над нами. В Египте, конечно, лучше, но на родине еще лучше. Потому что мы патриоты, любим Путина, любим наши теплицы, нашу родину. Даже Муся меня встречает. Так вот, сегодня я вам расскажу про теплицу уральскую VIP готической формы. Тут даже стоит старого типа еще. Видите, торец надо. Отдать переделку диагональную. По диагональному мотиву, но отказались и добавили наоборот перемычку еще. Здесь образец стоит просто с дверью двухстворчатой, для того, чтобы показывать, какие бывают двери. Очень удобная вещь, я вам скажу. Открывается на две половинки, ставят в основном на перегородки. И где у кого маленький подход, где мешает широкая наша дверь. Комплектация, значит, идет резиночка уплотнительная, вот, примыкающая торец, крыша, двойной конек, наш конек, в общем, наш конек это двойной финт или как там называется. Арка, двойная ферма, кто уже понял, подпирающая 20 на 20, верхняя 20 на 40, чтобы площадь опоры была побольше. Соединяется все это очень легко с помощью прогонов с саморезами 5,5. Кто говорит, что отрывает, ничего не отрывает. Нагрузка на отрыв один саморез до 5 тонн, поэтому на этой форме теплицы, вот только видите, как лежит, знаете, почему лежит? А потому что здесь накидали, видите, сколько снега? Вот с крыши офиса и сарая. Тут было вот так вообще. То есть вот так он, получается, вот съезжает вниз. Что еще интересно? Соединяется арка двумя болтами, восьмыми, как мы видим. В коньке еще соединяется нижним коньком, верхним коньком через саморезы и прогонами. Высота общая в коньке 2,6 метра, ширина 3, бывает 4, 5 и 6. Под заказ сделать можем и больше. Оцинкованная труба плюс полимерно-порошковая покраска. Вот наша фишка, которую никто ничего не хочет за нами повторять и делать так качественно, как мы. Чему мы очень и рады, но, конечно, приходит огорчаться, потому что люди везде одинаковые. Ну, у нас тут покупатели. Добрый день! Здравствуйте! Здравствуйте! Это крепление с помощью шайб с резинкой и саморезом. По краю идет кровля. Ну, вроде бы все. Длинно, долго получилось. Подписывайтесь, пишите комментарии. Ставьте лайки. Задавайте вопросы. Всем пока. Вот такая эти форма красивая.